Связи Олег Жданов, которого мы страшно рады видеть, и наши традиционные пятничные программы. Олег, спасибо, что нашли время. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег, давайте начнем с традиционного вопроса о ситуации на фронтах, ну и потом, конечно, у меня к вам тоже 101 вопрос. Ну, смотрите, ситуация на фронтах в принципе переменная, я бы так сказал. Она стабильна, в общем, если смотреть на всю ситуацию по всей Украине. Ну вот даже в рамках того, как сказал президент, 2500 километров фронта, да, это от стыка трех границ Польши, Беларуси и Украины до Бессарабии. Вот практически, наверное, вот это все, там даже больше получается, с побережьем Черного моря. Она стабильная, но динамичная, я бы так сказал. Почему? Потому что фронт все-таки двигается, причем в обоих направлениях, как в нашу пользу, так и, к сожалению, не в нашу пользу. Самым горячим две недели с вами не виделись, да, самым горячим за две недели был и остается до сих пор это Луганское направление. Это события города, точнее, битва вокруг города Северодонецк. Następny przystanek. Вот, и прилегающие к ним направления. За эту Харьков у нас за эти две недели, давайте с севера пойдем, стал прифронтовым городом. Я даже порекомендовал в одном из своих видео, помните Ленинград блокадный, да, когда писали, что эта сторона улицы более безопасна во время обстрела. Вот для Харькова, мне кажется, сегодня это актуально. По какой стороне улицы идешь и соотносить эту сторону улицы с расположением российской артиллерии, ну, хотя бы направлением, откуда летят снаряды российской артиллерии. Почему? Потому что снаряд нельзя предугадать, нельзя объявить там воздушную тревогу, как при ракетном ударе или ударе авиации. Ну, слава богу, авиация не наносит удары, но ракеты с воздушного места совершенно. Сразу можно маленькую уточнение? Обстреливается регулярно. Вот. Также большие бои идут в районе, в направлении Старый Салтов. Они пытаются нас оттеснить от речки, от Северского Донца. А почему? Потому что там мы создаем угрозу, пытаемся перерезать пути снабжения Изюмской группировки. Изюмская группировка на сегодняшний день самая, будем так говорить, самая многочисленная там. И она опять перегруппировывается. После очередного нашего контрудара они пытаются собрать сильные средства, чтобы с двух направлений они лиманскую группировку, точнее группировку в районе Лимана, переориентировали на Славянск. И от Изюма тоже хотят возобновить наступление на Славянск. Пока идут бои, контактные бои в плане ракетных слабые места, вот, для того, чтобы с двух направлений начать движение на Славянск. Ну, пока движение не начали. Далее Лисичанск, там постоянные обстрелы, авиация и артиллерия. Фактически город обстреливается круглые сутки. Я так понимаю, они его хотят снести, просто стереть до того, как мы Грыговой. Северодонецк. Ну, вот на момент нашей с вами беседы уже есть распоряжение, есть приказ о том, что наши войска будут переходить из Северодонецка. Я считаю, что Северодонецк выполнил, в принципе, свою функцию. Наши войска максимально измотали противника. Там очень большие потери со стороны российских войск. И теперь наши войска выходят, что было
сейчас для российских войск. Речку надо форсировать под огневым воздействием наших войск. Это практически невозможно для них. Вот. И ты, если мы удерживаем тыл, то тогда это становится проходом Луганской области. Можно сразу уточнить? Да. А сразу несколько, да, Олег, если позволите. Я правильно понимаю, что вот эта наша группировка, которая наша украинская группировка, которая стояла в Северодонецке, она усилит те войска, которые стоят сейчас там? Да, это первый вопрос. И второе, конечно, бесспорно, сегодня все будут говорить о том, что мы оставляем Северодонецк, и будут думать, насколько Северодонецк критичен вот, вообще во всей этой картине войны, и насколько это драматичная история, переломная. А вот с точки зрения военного, объясните, пожалуйста, сразу зрителям, чтобы они понимали, насколько это вот критичный момент. Ну, скажу так, что вот если представить себе крепость, да, как мы из истории, то всегда перед крепостью строили несколько фортов, которые брали на себя первую. Так вот, Северодонецк, вот Лисичанск это крепость, а Северодонецк в данном случае выступал в роли передового форта. Он выполнил свою задачу, он максимально измотал противника. Наступный пристанок. Витоса Фелисити. К сожалению, так понимаю, техника, которая там осталась, мы вывести не сможем. А почему? Мостов нет. Мостов нету, поэтому существует какая-то переправа. Говорю, какая-то, потому что никто точно не знает. Россияне до сих пор ее ищут, не могут найти. Но благодаря этой переправе идет подбитка наших войск и эвакуация гражданских и раненых. Вот. Поэтому я думаю, что войска мы оттуда просто эвакуируем, и они действительно вольются в группировку Лисичанск. Вот. И дальше будет осуществляться оборона самого Лисичанска. Дальше у нас были проблемы последние дни с Золотой Горской. В связи с тем, что противник под опасной начал массированный прорыв в направлении Лисичанска, Северодонецка, вот, и нависла угроза окружения наших. Что бы там ни говорили по разным источникам, я уже Витоса Карфу того, что наши войска организованы выше Золотого и Горского. И если там не есть какие-то проблемы выходом войск, но это касается только арьергард, который остается прикрывать наши войска, практически легкая пехота без техники. Вот я знаю, там сейчас идет попытка вывести все до последнего солдата. Но фактически Горское и Золотое мы оставили. Выровняли фронт. Опять же усилили группировку, они вольются сейчас в группировку войск, которая держит трассу Лисичанск-Бахмут. Кстати, трасса, уже, на мой взгляд, стала не столько в понимании, как дорога, да, она давно не используется, потому что простреливается полностью всеми видами вооружения со стороны России. Она стала рубежом. Вот если россияне трассу перейдут, тогда возникнет угроза их похода на Сиверск. И тогда, и вот это будет угроза окружения. Если они трассу не перейдут, мы ее будем держать. Значит, наступный пристанок Витоса Макро. Оборонять город и вести боевые. Вот такая ситуация. Это что касается Луна, а еще там есть направление. Вспоминаю старые направления, оттуда российские войска пытаются, они там сейчас ведут перегруппировку, они пытаются возобновить наступательные действия, опять же, на Славянск и на Бахмут, вот в двух направлениях. Ну, не знаю, почему они рассеивают все время свои усилия, видимо, они не могут, на сегодняшний день не могут на одном направлении сконцентрировать такое количество войск, как на одном направлении. Поэтому они уже с двух направлений пытаются наступать на какой-то одно. Получается, вот Славянск, от Изюма, от Лимана и от Светлодара, вот они с трех направлений будут наступным шестам. Погодна. Она критичная, но, как я говорю, не готова. Мы, в принципе, пытаемся держать позиции за счет артиллерии, которая у нас есть. На этой неделе мы пришли Хаймарсы первые, так что
нас есть незначительный успех. Мы продвинулись в направлении Мелитополя на 10 километров, воспользовавшись тем, что российская сторона сняла часть сил с запорожского направления. Мы сразу же этим воспользовались. В районе Васильевки мы там продвинулись немножко, по Логи освободили, это от Орехово, на юг продвинулись, на юго-восток даже. Вот. Так что на запорожском направлении есть небольшой успех. Мы закрепляемся. На Херсонском направлении мы движемся, продолжаем уже двигаться вперед. Пока нету точных результатов нашего движения, но есть, если верить историческим источникам, подтверждающим принципы друг друга, вторую линию обороны мы тоже в одном месте преодолели. И движемся дальше. До Херсона 15-17 километров. Тут генеральный штаб, кстати, даже представитель Министерства обороны, точнее, попросили пока не мыть кости там ситуации на Херсонском направлении. Сказали, дайте нам дойти до какого-то промежуточного результата, тогда будем, мы его огласим и будем обсуждать. Поэтому, но там есть успех. Наступный пристанок. Уабенджа. Направление Гудуха, позиционные бои, обмен артиллерийскими дуэлями. Ну, вот, Николаев у нас тоже стал прифронтовым городом, хотя находится не далеко от линии фронта. Кроме реактивной артиллерии и ракет, пускаемых от Херсона, по Николаеву добавились еще противокорабельные ракеты «Оникс» с Крыма. Тоже обстреливают ракетные удары постоянно, и реактивная артиллерия постоянно работает по городу. Одесса тоже подвергается ракетным ударам. Черное море. Очень хорошие новости здесь. Мы два разведцентра, разведывательных центра и центра координации ведения, коррекции, точнее ведения огня, мы уничтожили. Они располагались на газодобывающих платформах. Там были разведывательные. Да, почему они попали в список? Ну, допустим, даже вот сообщение российских СМИ, когда после нашего удара они написали, что на одной из платформ было 23 гражданских и 100, больше 100 военных. Извините, это что там? Газ — это побочное явление, то, что они добывали. Наступный пристанок. Лотнича. Тем самым мы лишили как бы их более четкой видимости и развединформации с большой акваторией Черного моря, потому что платформа, размещенная РЛС на платформе, работает на 360 градусов. И она смотрит во все стороны. Сонар, который они опускают, который у них там стоит в воде, он работает на 360 градусов. А сонар — это что такое? Это морской радар. Это радар, который работает в воде, который слушает как они называют это, глубину. Слушать глубину. Есть такая команда для аналитиков военно-морского флота. И он начинает прослушивать акваторию корабля на всю дальность, на всю возможную дальность. Остров Змеиный. На острове Змеиный до сих пор продолжается операция. Вот после того, как мы потопили Василий Бех, мы фактически остров заблокировали. Сегодня на остров никто не идет, помощи никакой нет, и мы методически, нанося огневые удары, уничтожаем все, что россияне стащили на остров, начиная с средства ПВО, вроде бы как реактивные системы огня, ну и расположили там свой гарнизон. Плюс у гарнизона нету ни подпитки продовольствием, ни водой, на острове нет пресной воды, вот, ни боеприпасов, ничем. Так что, но операция по острову Змеиный продолжается. Наступный пристанок. Парк Броновица. И видите, из кадра, там был разговор после удара по платформам, была такая вброс информации, что все, чуть ли не Черноморский флот построился в боевой порядок и идет на Одессу. Нет. Я уже объяснял, что вот сейчас Черноморский флот уже никуда не идет. Почему? Потому что существует зона вероятного поражения, вероятная зона поражения ракетного комплекса «Гаркун», который заступил на боевое дежурство, как сказал наш министр обороны Резников. Вот. А это 300 километров. Вот вдоль от побережья отмеряют 300 километров, и эскадра боится заходить на эту.
Черноморска. Поэтому как бы вопрос не знаю, откладывается, с повестки дня пока снимаем высадки морского десанта. Причем как не говорили, так и в Одессе. Вот, здесь мы достигли некого паритета. Далее идем в Беларусь. Ну, Беларусь, ну ладно, давайте закончим еще с Черниговыми Сумами. Там тоже у нас как бы серьезная проблема вот в этого вечного обстрела нашей территории. Как в Харькове. Значит, как в Харькове. Да, как в Харькове. И причем они же, вот что самое такое похабное или с них подлое, это то, что они ведут обстрел по гражданским объектам, по населенным пунктам, по гражданской инфраструктуре, гибнут гражданские люди. Вот. То, что там провокации на границе, они там периодически открывают огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций, это еще как бы полбеды. Военные к этому готовятся, они постоянно там дежурят, они это понимают. Эта ситуация повторяется как на линии разграничения вот этой по Минску 8 лет, да? Мы имеем богатейший опыт ведения такой перманентной войны в одну сторону. Вот. А гражданское население, видите, прилеты постоянные, к сожалению, и людей, и инфраструктуру убивают. Но такова Россия. И тут мы уже никуда как бы не едем. И Беларусь оставил вот на закуску, потому что там очень интересные процессы происходят. Очень. Сначала, ну, там куча было заявлений политических со стороны Лукашенко, самопровозглашенного руководителя Беларуси. То он говорит, то он сначала говорит, что, наверное, Беларусь придется воевать за Западную Украину, чтобы Запад не отнял. Вот. Иначе это угроза их безопасности. Потом он вдруг на встрече с жителями, ну так называемая, есть своя группа жителей, которые, с которыми он периодически встречается. Вот. Он говорит, что про антивоенные, он сеет антивоенные истории, что ВСУ оторвут голову любому, кто сунется в Украину, а особенно если это будет нацик. Кто такие нацики, мы правда до сих пор не знаем. Было бы неплохо, чтобы он нам показал. Вот. Хорошие бойцы, если оторвут голову любому. Вот. И потом был еще ряд заявлений о том, что начинается учение. И что будет развертывание армии. Но после вот этих громких на 35 тысяч человек, и что развертывание будет на основе контракта. То есть не мобрезерв будут призывать, а будут подписывать контракт. Это нормальная ситуация? Это нормальная ситуация для Беларуси? Нет, это не нормально. А началось еще снятие техники с крейсера долгосрочно. А потом, знаете, как воздушный шарик, когда ты надул и не успеваешь его завязать, он начинает сдуваться. И сначала заменили контрактников на мобилизованных. Сказали, что 35 тысяч контрактников, видимо, не наберем сегодня желающих. Поэтому будем военнообязанными. Мобилизовывать и разворачивать. Потом приостановилось снятие техники с границы. Потом сказали, что учения сначала заявили с 18 июля по 8 июля, а потом срок учений плавно уменьшился с 20 июня до 28. И в конечном итоге уменьшилось количество военкоматов, привлекаемых к учению. То есть только Гомельская область. И самое как бы интересное, в результате решили никого не призывать. Раздать повестки в виде, проверить систему оповещения с рассылкой. Ух ты, интересно. Да. Ну, это может говорить только об том, что денег нет. Но вы держитесь, как говорил Медведев когда-то в Крыму. Именно такая ситуация. Они, видимо, посмотрели на свои возможности и поняли, что максимум это письма может разослать военкомат с повестками, и там они должны дать обратную связь или смс-кой, или позвонить в военкомат, отметиться, что они получили повестку. Вот. Но с другой стороны, войска Белоруссии, которые дежурят, несут боевое дежурство вдоль границы с Украиной, вдруг, ну, мало того, что они укрепляли их щиты, ежи противотанковые наголбы, там, колючая проволока, вдруг они начали рыть окопы. Начали строить линии на обороны вдоль границы. На свои. Да. Да, я говорю, что мы вот завтра можем напасть на них. Мы украинцы.
Украина. Да, Украина должна напасть на Беларусь. Вот. Хотя у нас таких планов нету вообще. Вот. А потом они начали эти окопы расставлять деревянные муляжи. Деревянные танки, деревянные пушки, ну, имитация. Это нормально? Это нормальная практика для каких-то ситуаций? Или что это вообще такое? Как вы... Наступный пристанок. Плац Вольности. Огневую позицию, вот для артиллерии это нормальная практика. И создать одну-две, при возможности, три ложных позиции. Потому что, ну, беспилотнику придется все облетать и выбирать, какая позиция настоящая. Это нормальная практика. Но когда создается муляжная линия обороны, тут я уже скажу, что это, наверное, что-то из ряда вон выходящее. Потому что реальных они позиций не занимают, войска находятся в оперативных районах, войска проводят боевую подготовку и учения на полигонах, но это самое, вот такую линию обороны. В конечном итоге все сдулось вот до таких небольших размеров. Единственное, что здесь как бы негативного, это, скорее всего, я склоняюсь к мысли, что техника, которую они сняли с хранения, будет передаваться все-таки Российской Федерации. Россия усиливает свое присутствие, кроме эскандеров, которые стоят там 40-50 километров от нашей границы. Они добавили еще С-400, они один полк поставили, но они его поставили давно, сейчас они привезли дополнительно ракеты для этой системы. Можно маленькое уточнение? Олег, мы же привыкли вот все время говорить, что С-400 это как противоракетная оборона. Ну, это система ПВО, да, которая имеет возможность, ну, по заявленным характеристикам, имеет возможность еще избивать и работать как противоракетная. Вот они привезли два самолета транспортных, пришли, привезли ракеты к этим комплексам. То есть они пополняют боезапас. Вот. Ну и аэродром в Гомеле, он... вроде бы как готовится, и туда собирается вернуться российская. Там есть уже группа авиации российская, тактическая, и, скорее всего, туда еще будет усиление. И началось вот сразу, главное, к России опять же вернусь. Дело в том, что началось вот опять пляски вокруг вступления Беларуси в войну. Я так понимаю, что Путин крайне важен. Беларусь открыла второй фронт. Ему не важно, там, сколько погибнет, смогут они вторгнуться, не смогут вторгнуться. Ему важно, чтобы они начали растягивать усиления нашей армии на два фронта. Вот. Поэтому он будет настаивать. Сейчас, кстати, на следующей неделе запланировано целый ряд встреч, и формальных, и неформальных. Наступным шестанок. Даты, потом, конечно, на сегодня фигурируют две даты. Это 25 июня и 30 июня, 1 июня. Это когда встречи, да? Это которые... Да, это июнь-июль, это встреча в саммит в Санкт-Петербурге, а 25 июня это неформальная, как бы, ну, не плановая встреча, и вроде бы как Путин должен приехать. Личная встреча. Вот. Поедет он, не поедет, не знаю, но понимаю так, что цель этих встреч одна, это, точнее, две, может быть, на мой взгляд, главных. Первое — вступление Белоруссии в войну, второе — это создание союзного государства. Начала витать опять идея, вроде бы как Путин ее продвигает, это воссоздание СССР, ну как они ее назовут, не знаю, новое союзное государство, государство трех славянских народов — Украина, Белоруссия и Россия. Причем Украину там будет представлять, они хотят вернуть Гудвича в политическую плоскость, и назначить его легитимным президентом всей той территории, которую сегодня захватила и контролирует Российская Федерация. То есть создать типа псевдо-Украину. Вот. И таким образом, как бы воссоздав это государство, ну, начать защищать. Тогда вопрос, как вступление Беларуси в войну, должен, по идее, решиться автоматически. Вот. Ну, тут есть одно, на мой взгляд, самое непреодолимое препятствие. Ну, во-первых, это никто не поймет. Во-вторых, если Россия подпишет документы о создании союзного государства, то меняется юрисдикция, ей все придется переоформлять по новой. Вот. Как это будет выглядеть, особенно в экономическом и финансовом плане, очень трудно сказать на сегодняшний день. Вот. Ну и главная, на мой взгляд, проблема, которую надо преодолеть Путину, это Лукашенко.
Дело в том, что Лукашенко не собирается терять власть. Лукашенко ищет, постоянно пытается за спиной Путина построить себе маленький такой мосточек, чтобы можно было сбежать на Запад. То есть он себе ищет, пытается создать пути отступления. Об этом говорится и то, что он даже предлагал транзит на Клайпеду через территорию Белоруссии. Говорят, что его там представители ищут контакты на Западе постоянно. А последнее его заявление о том, что Беларусь готова по договору об ограничении, о контроле за наличием обычного вооружения в Европе, допустить западных наблюдателей на территорию Беларуси. То есть для верификации техники и вооружения по согласно договору этот самый, об ограничении обычных вооружений в Европе, который, в принципе, уже давно закончился. Вот. Ну, то есть такие вот шаги, и, видимо, Путин решил форсировать немножко события и решил надавить на Лукашенко таким образом, чтобы принудить его к таким двум шагам. Кстати, еще забыл сказать, что на юге Беларуси, вот в Мозыре, в частности, началась паника, выезжают элиты, богатые люди из Мозыря, с НПЗ Мозырского вывозят топливо усиленными темпами. Ну, вроде как, они, ну, понимаете, для того, чтобы создать повод, для, нужен казус белли Белоруссии, для того, чтобы начать войну. С Украиной имеется в виду, да? Да, конечно, конечно. Что мы наблюдаем в Ростовской области, Шахтинск, да? Прилетает беспилотник якобы со стороны Украины и бьет в нефтеперегон с собой. Почему бы такой же сценарий не провернуть в Мозыре, да? С одной стороны, если это будет делать, допустим, а я больше чем уверен, что Лукашенко никогда не пошел бы на такое, потому что это самый крупный завод, который обеспечивает всю Беларусь топливом. Его уничтожение ставит Беларусь в прямую зависимость от российского бензина, понимаете, дизельного топлива. Вот. А если это сделать российские спецслужбы, то это будет как бы еще один шаг к тому, чтобы принудить Лукашенко вступить в эту войну. Плюс дегуманизация Украины. Что Украина враг, вот Украина несет беду и войну, и надо идти воевать. Вот о чем речь. Хотя сегодня век как бы такой информативности, я думаю, что белорусское общество прекрасно понимает, что это спектакль. Вот. Причем это может быть спектакль не белорусского постановщика или режиссера. Я бы так назвал. Олег, спасибо. Ну и тут у меня куча всяких вопросов, если позволите. Да? Чтобы закрыть уже вопрос с Россией, заместитель комитета по национальной обороне, член фракции «Единая Россия», кадровый военный, юрист. Я не случайно это все перечислила. Юрий Швыдкин заявил, да, депутат Комитета по национальной обороне государственной, заявил, что Россия должна осуществить ракетный удар по зданию посольства США в ответ на поставки Хаймерса в Украине. Я не случайно вот перечислила все его, да, кто он такой. То есть он человек не случайный, не глупый, да, наверняка, с точки зрения там, образования и опыта. И он-то знает, что посольство каждой страны является территорией этой страны. То есть фактически, ну, наверное, это можно трактовать, как он призвал обстрелять в Украине территорию Соединенных Штатов Америки. Вот как бы вы это прокомментировали? Причем человек-то вот не последний, да, я вот повторюсь, не просто там маргинал какой-то. Ну, я скажу так, нет, так дело не в маргинализме. Дело в том, что там же у них один микрофон, которым руководит Кремль. И раз он такое заявление сделал, скорее всего, его, допустим, как бы его статус, его образование должны, по идее, вызвать доверие у тех, кто его будет слушать. Что этот человек серьезный, военный, понимает, о чем он говорит. Юрист, понимает юридическую сторону вопроса. Вот. А дальше он озвучивает нарратив Кремля. Дело в том, что Кремль ничего не может сделать с поставками вооружений. Ничего. Вот что они не делают, не идут у них дела. И поэтому звучат такие, а вот мы сейчас нанесем... Ну да нанесите. Вы боитесь в сторону НАТО нанести какой-то удар, кроме заявлений и провокаций.
такие, как там сейчас творятся на границе Эстонии, больше ни на что не способна Российская Федерация. Спровоцировать США на ответный удар, да, это вот это может быть одно из целей. Но больше заявлений никуда дальше не пойдет. Я думаю, что посольство это прекрасно понимает, поэтому не пакует сегодня чемоданы и не спускает флаг, и опять не переезжает. Раз посольство находится в Киеве, значит они в чем-то уверены. Олег, еще одна тема последние дни была очень горячая. Это тема Сувальского коридора. Политика написала о том, что только Сувальский коридор может стать первой целью Кремля в случае войны России против НАТО. Я напоминаю нашим зрителям, что это коридор из Беларуси в Калининград. Мы знаем, что Литва заблокировала там транзит по санкционным товарам. Вот как вы оцениваете, что может Россия сделать там в районе Балтики? Наступный пристанок – Католицкий университет Лубельский. Конфликт со страной НАТО. И в этом смысле, насколько балтийские страны являются уязвимыми. Потому что это же известно, когда возьми все, что можешь, а там тоже Россия. А потом договоримся. А потом разберемся. Кстати, да, то, что сейчас Россия там очередной план, который регулирование китайцев в Штатах. Вот. Через такого очень интересного места. Смотрите, дело в том, что я не думаю, что Российская Федерация вообще решится на какие-то, на первые выстрелы в сторону НАТО. Вот. Ситуация обстоит, на мой взгляд, обстоит немножко в другом контексте. Они провоцируют НАТО. Вот особенно угрозы Литве, угрозы Эстонии, угроза вот этого Сувалского коридора, пробития. В Польше стоят американские войска из состава сил НАТО. В Латвии стоит, по-моему, авиационное ударное крыло НАТО. То есть, понимаете, и там дежурят, они там по очереди страны дежурят. Не знаю, не помню, кто сейчас дежурит, но последнюю ротацию, которую я слышал, там Норвегия дежурит. Вот, норвежская авиация. Ну и что? Вы понимаете, что Путин понимает прекрасно, что это мировая война. Он хочет мировой войны. Очень хочет. Но не воевать. Вот в том-то и... А что делать? Объявить. Понимаете, объявить. Помните, был старый анекдот? А мы, говорит, объявим войну и тут же сдадимся в плен. Да, помню. Да. Так вот, Путин именно этого и хочет. Только он не сдаваться в плен собирается. Ему нужен ранг войны, ему нужны переговоры. Если мировая война, с кем переговариваться? Надо лететь, надо в Брюссель и штаб-квартира НАТО. Правильно? А кто будет сидеть во главе НАТО? Соединенные Штаты Америки. Там будут сидеть мировые лидеры. Путин таким образом возвращает себе легитимность на международной мировой арене. Вот что он делает. Он катастрофически боится. Он же создает образ миротворца, вспомните, да? Мы просто забыли эту тему. Но он постоянно ее муссировал раньше. Что Россия это мирная страна. Что Россия несет вот русский мир. Там хорошие какие-то идеалы и посылы. Хочет со всеми дружить и торговать. И сегодня Россия начинает там огневой удар там, по Литве или по Сувалскому коридору. Да? А вступает в войну против кого? Практически всего мира, потому что альянс это глобальная система коллективной безопасности. 30 стран, извините на минуточку, это континент практически они объединяют. Вот. И Россию сразу обвиняют в агрессивности. И, естественно, вводят те санкции, о которых мы можем только мечтать. Которые просто выключат Россию на мировой арене. Не только на мировой, вообще на земном шаре. Вот как лампочку в комнате выключили. Наступный пристанок. Галерея Лабиринт. Полное отключение свифта, заморозка всех активов за границей и прекращение всех транзакций оплаты. Все, сколько, ну хорошо, там Россия выдержит пару месяцев внутри себя, сама с собой. А дальше? И Путин это прекрасно понимает. Это будет обрушение его той всей его политики, которую он строил во время. Но если он своими действиями, вот как вертолетом на границе с Эстонией, да, выключил транспортер, залетал, не отвечал на запросы эстонских диспетчеров, влетел вдоль границы, полет не был заявлен. Ну, короче, он делал все, чтобы по нему выстрелило ПВО. Провоцировало Эстонию. Да. И вот как только прогремит первый выстрел со стороны НАТО, Путин встает и говорит,
ребята, вы же самый агрессивный флот на планете. Вы начали мировую войну. Вы выстрелили в сторону России. Но! Я же миротворец. Предлагаю переговоры. Понимаете, все, Украина ушла на второй план. Уже с Киевом не надо договариваться о перемирии, о прекращении огня, о каких-то условиях. Уже ран. Хорошо, давайте. Ялта-2. Давайте делить мир. Давайте договариваться. Вы же агрессоры. Вы же напали на меня. Поэтому я вот добрый дядя, наступным шестанок, Кипуры. Давайте договариваться, где есть сферы влияния, как вы дальше, как вы будете объединяться, платить репарации, вот почему суть всех действий Российской Федерации. Но самое интересное, что именно это сейчас делают Соединенные Штаты и делают наши. Понимаете? Это чего? Я имею в виду, что из себя, спасителей мира, из себя сейчас строятся и нарушены. Понимаете? Потому что они, как только начнется контрнаступление и Россия начнет военный разгром, США будут трубить на весь мир, смотрите, это же ленд-лиз, это же мы. Да, все помогали, но кто организовал, кто ведет мир, мир к миру, понимаете, такие глобальные вещи. Мы спасаем всех, мы зло на планете, помогаем Украине, но мы же помогаем. Вот тут, вот это ключевое. Поэтому интерес столкнулся вот лбами практически. Но между этими двумя лбами находимся, к сожалению. Олег, вы так случайно сказали о каком-то интересном лоббисте в США, через которого Россия продвигает идею переговоров с Украиной. Вот очень интересно, я обратила внимание, что... как ни странно, со стороны российских силовиков, например, Патрушева, да, звучит все чаще, что Россия готова к переговорам. Лавров сказал, что, в принципе, их вообще все устраивало, то, о чем договаривались там в апреле, да, но Украина могла бы. Вот это интересно. Как бы вы это объяснили, или если можно, что там в Штатах продвигается, если можно хотя бы в общем Штатах? В Штатах, я не запомнил фамилию этого человека, но он, его ассоциируют с Примаковым. Наступный пристанок, Орфеуш. Да, еще от Примакова, он тогда был очень молодой, сейчас он уже такой как бы в возрасте, вот, и они работали, он, можно сказать так, двойной. Работал и на американскую разведку, и, естественно, на советскую тогда разведку, потом на российскую. Сейчас американцы думают, что он работает, ну, во всяком случае, я думаю, что они уже знают, что он работает на российскую разведку, но при этом он как бы является вхожим в некоторые круги американской разведки. То есть двойной об этом все знают. И вот он за счет своих связей, он вдруг начал продвигать там план из нескольких пунктов, что как вот надо, вот то, что вы говорите, он фактически волю Кремля, то, что в Кремле обсуждают, что надо заканчивать конфликт. Понимаете, не там возвращать, надо как-то садиться, договариваться. Но опять же, конфликт интересов, который я вам обрисовал, в США совсем другое видение этой войны на сегодняшний день. Но то, что из Кремля идут вот такие посылки, мы понимаем, что этот человек не мог сам из головы сесть и написать этот план. Понятно, что план писался в Кремле, понятно, что этот план ему вручили, и дальше он пошел, и он дальше пошел с этим планом пытаться его где-то продвинуть. Плюс не забывайте вот эта достославная статья в CNN, в котором там три варианта развития. Это же стопроцентный лоббизм, ну у них же как, у них же свобода слова, да, вроде как. Поэтому, как говорит редакция, любой человек, пришедший в редакцию, может изложить свое мнение на страницах наших изданий. Вот, и мы печатаем. Но это же, раз там нет позитивного варианта, три негативных сценария развития, то и эта статья полностью противоречит той политике, которую проводит администрация в Белом доме, да, понятно, что она заказная, понятно, что ее заказал кто-то оплатил эту статью, и она в Соединенных Штатах вышла. Благо, у них закон о лоббизме позволяет проталкивать любые интересы за деньги, вербовать там и покупать голоса, и, в принципе, довольно широкий спектр. Вот. Поэтому Россия, да, и это говорит о том, что они понимают, что заканчивается ресурс. Заканчивается. В России сейчас очень интересные процессы происходят.
По поводу, допустим, вот наступит пристанок, да, если железовой воды. У них еще более-менее ситуация выравнивается, точнее не выравнивается, а еще более-менее решаемая. В том плане, что они в депрессивных регионах, они за 200 тысяч рублей премии набирают количество желающих подписать контракт. Но они сейчас ставки повысили, сейчас основной упор вербовки идет на наемников. Наемникам платят 300-350 тысяч рублей в месяц, и они подписывают контракт с частными военными компаниями. Таким образом, они набирают, ну, у нас уже сложился термин, мотивированную пехоту, которая будет идти в атаку. Потому что контрактник получает премию, подписывает контракт, потом ему платят 200 тысяч в месяц, но после первого боя он говорит, что это не. И в атаку уже идти не хочет. Понимаете, он ищет пути, как написать рапорт о разрыве контракта или как прострелить себе ногу и вернуться, а еще 3 миллиона получить от страны компенсации за ранение на специальной военной операции. Вот. Поэтому они сейчас вербуют мотивированную пехоту. И если с людьми еще более-менее, то они столкнулись с проблемой техники. Оказалось, что техника, которая находится на длительном хранении, не годится вообще никуда. Ее надо, там, если ее, надо разобрать три танка, чтобы собрать один. Вот так. И то вряд ли, потому что есть такие вещи, как резинотехнические изделия, которые за 40-50 лет хранения просто рассыпались в труп. Их надо поставить новые. А для этого надо иметь запас. А запаса нет, как оказалось. Помните, командир полка застрелился, да? Да, танкового, конечно, в России, да. Когда ему доложили состояние танков до одного на двигателя, как можно было вынести двигатель со склада, ну, затрудняется, да, который весит почти там больше полутонны. Вот. Вот какое состояние. Кстати, Мирокс продемонстрировала спутниковые снимки. Вот для меня было очень интересно и показательно снимки мест хранения техники. Российские. Да, Россия. Да. Сегодня они открыты. Кстати, даже наступный пристанок. Рондо Килара. Сейчас вы можете в Google Edge, планета Земля, найти любую базу военную, даже посчитать там, сколько стоит машин. Ух ты. На открытых площадках. Все военные объекты открыты. Ну, это только в России. Да, на территории Российской Федерации. Интересно. Молодцы, вот. Публика. Такое, да, они это сделали практически сразу с начала. Так вот, допустим, стоит там 5 рядов танков по 20 машин, вот 100 танков стоит. Они ставились кранами, потому что прохода между танками нет. Или загонялись гусеницы к гусенице, вплотную. Чтобы попасть во второй ряд, надо залазить на танк и идти по броне. Так вот, в этих группах машин, в этих 100 танках появились дырки. Причем дырки в хаотичном порядке, то есть выдернутые танки, краном вынимали. Интересно. О чем это говорит? Это говорит о том, что приехали технари и полезли, пошли по всем танкам. И те танки, которые более-менее выглядят нормально, их выдергивают. И сколько же, интересно, там выдернуто? Наступный пристанок. Харнаще. Допустим, вот там несколько площадок показано. Из 100 танков там 5-7 штук выдернуто с краю где-то. Вот, ну, до второго ряда где-то вставал танк. И они прекратили снимать технику с хранилища. Потому что нужен завод, нужна производственная база, которая этому танку сделает капитал, переберет его по винтику. А это время, деньги, вот, и очень большие ресурсы. Вот. Но самое главное время теряют. Что они, куда они кинулись? Они кинулись в воинские части, опять назад, в этот самый, в боевой состав вооруженных сил. И начали быстро шерстить технику третьих батальонов. Почему третьих батальонов? Потому что которые они когда... сейчас только стали создавать, да? Обычно. Нет. Смотрите, они когда они, началась Чеченская война, вот, вторая Чеченская началась, они поняли, что у них полки и бригады не боеготовы. Техника разваленная, людей не хватает. И для того, чтобы скрыть небоеготовность частей, что они стали делать, они быстро стали формировать батальоны тактические. Откуда они и пошли? Наступный пристанок. Первые батальоны Шимановского. В Советском Союзе и в Афганистане были первые попытки БТГ сформировать и воевать так же. Вот. А в России именно в период Чеченской войны они начали формировать БТГ, чтобы скрыть небоеготовность частей.
И, допустим, пол, который состоит из трех основных батальонов там, одного боевого обеспечения, допустим, мотострелковый, да, они из трех батальонов делали, допустим, одну БТГ. Вот. И вроде как полк выставляет БТГ. И от этого, и от имени полка воюет батальонная тактическая группа. А кто остался на колонне? И без людей. Людей всех свели в БТГ, технику, которая исправно, скинули в БТГ, и они готовы ее выставлять. Причем это настолько они увлеклись этой идеей, что на 21 год на 21 год Шойгу рапортовал, что в вооруженных силах Украины, что в вооруженных силах России Россия может одновременно выставить 170 батальонно-тактических групп, укомплектованных и боеготовых. Вот до чего дошло. А теперь смотрите, третий батальон. То есть они их наращивали. И, соответственно, уже полки и бригады стали выставлять по две батальона. То есть на базе первого, на базе второго батальона. Обеспечение делили там как-то пополам. Вот. И остается третий батальон, где вообще хлам. И в котором личного состава ровно столько, чтобы обеспечить несение службы во внутреннем наряде. Все. Больше ничего нет. Так вот, они сейчас вернулись в воинские части и пытаются вытащить этот хлам технику третьих батальонов. Потому что считают, что так как она хоть как-то когда-то эксплуатировалась, может ее легче завести, легче отремонтировать и поставить в строй. То есть они поняли, что хранение это вообще мертвая техника. А вот третьих батальонов, как они оценку получали? Приезжает комиссия, да, две БТГ они проверили, допустим, в полку, в пехотном, мотострелковом. Говорят, да, молодцы, заходит третий батальон. А там металлолом стоит. А им показывают наряд на ремонт. И говорят, эта машина находится в ожидании ремонта. Отправки в ремонт. Все, она в оценке полка уже не участвует. И полк получает оценку соответственно. Хорошо, а полк считается твоим. Вот какая ситуация. И они вот это вот третий батальон, они пытаются сегодня реанимировать. Ну, планы у них грандиозные. Они на базе 1-й гвардейской танковой армии в Мулино. Это Новгородская, по-моему, область, они сейчас формируют третий армейский корпус. Назвали они его танковым, но там танков планируется около 200 и 400 БМП. На мой взгляд, он больше мотострелковый корпус, но он будет состоять из наемников. То есть они его будут комплектовать именно наемниками, потому что они показали наибольшую мотивацию. В этой войне они поняли, что рядовой состав особо, даже контрактники особо не хотят воевать. Наемников, деньги, которые... наемников, это мы говорим ЧВК или мы говорим... Да, это вот тех, которых будут вербовать там по 350 тысяч и более. Вот таких. Они планируют закончить формирование этого корпуса где-то примерно в августе месяце.